Всем доброе время суток. Представляю перед вами автомобиль. У нас Volkswagen Golf 2011 года. Автомобиль оснащен мотором 1.6 литра, на механической коробке передач. Красивый белый цвет, хорошее техническое состояние. Сейчас мы с вами переместимся в салон и пробежимся по комплектации этого автомобиля. Начнем мы с вами с салона. Салон у нас чисто ухоженный, в очень хорошем состоянии. Спереди у нас с вами такой же приятный, красивый салон. Карты дверей, панели, все выглядит очень хорошо. Так у нас с вами имеется стеклоподъемники, регулировка зеркал и подогрев зеркал. Значит, что у нас еще тут с вами есть? У нас с вами имеется двухзонный климат-контроль, соответственно, у нас с вами с кондиционером. Вот такая вот магнитола. Здесь вставляются две SD-карточки. И не знаю, возможно в бардачке, да, в бардачке еще есть разъемы под USB. Это тоже все от этой магнитолы. Что еще могу добавить? В принципе, все основное вам рассказал. Значит, у нас автомобиль заведен, ровно работает мотор. Пробег на автомобиле 245 тысяч километров. Хотел бы добавить, не обращайте внимания на большой пробег, потому что мы работаем честно, пробеги мы не мотаем. Как машина приезжает, так она и есть, так мы ее продаем. Машина сама по себе очень хорошо обслужена, она в хорошем состоянии. Если на машине, грубо говоря, большой пробег, это не значит, что она отъездила свой ресурс. Это старые Volkswagen 2011 года. Они ходят по сей день по много тысяч километров. Ни у кого, в принципе, каких-то проблем с ними нету. Просто нужно вовремя обслуживать свою машину и с хорошими качественными материалами. Вот и все. Так что вот такой вот красивый белый Volkswagen Golf. Рекомендую вам покупки. Этот автомобиль вы без проблем сможете приобрести по системе трейдинг в кредит и за наличный расчет. На этом спасибо за просмотр. Приезжайте там за хорошими автомобилями в автосалон столицы. До свидания.